Все в игру, тихо, все тихо, все тихо, все тихо. Не хочу, господи. Коричневый как бы ключи не делал. А, у меня путь еще. Я сделала задание, все, пошел убивать. Коричневый ключи не... А, в смысле? Ой, опа, о. Корич не делал ключи. Гоняем сразу подозревательных, так всех. Оранжевый труп. Ну, может, и саморепу. Почему самореп? Пульсов был. Это самая максимальная ответственность для меня. Ну такой себе пруф. Разве что. На пульсах. Репорт. Ну давайте салатовую и фиолетовую. Следите просто. Фиолетовый, наверное. Почему? На фиолетовый вообще ничего. Крича, значит. Давайте крича. А где корич? А, он ливнул. Кек. Наткнулся и... Я по приколу за него проголосую. Вдруг случайно выкинем. Чё нет-то? Киллим потом. Салат на подозрении. Фиолетовый, салатовый. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Пять человек надо перебить. Уничтожить. А вот это очень сложно. Убивать нужно. Убивать нельзя ходить там 20 лет. Нужно убивать. Так, давайте карту сделаем. Вот эту вот, которую все делают. Дынь-дынь-дынь-бэм. Все, в принципе. Так. Ну а чё пульсы делать? Мне не нравится бирюзовый. Слышите, мне не нравится бирюзовый, типа, как будто бы. Как бы еще не подставить себе как-то. Пошла в другую сторону. Сейчас на камерах чекну, чё. Кто куда пошел? Ну, самая полезная вещь здесь для меня это стол, конечно. Security, пожалуйста. Фиолетовые. Делают штуки. Я могу попытаться подставить фиолетово, так, перфект. Ага. Все, не трогаю камеры. Здесь кто-то один зайдет. Ты-дынь, 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 ты-дынь. Здрасте. Меня могут увидеть, что я выходила сюда. Все, все, про труп забыли, его не было. Никакого трупа и меня там не было никогда. Все. Угу. Отвлек, видимо. Так, он голубой. Я в лабораторию. Темно-зеленый. Подожду здесь. Никого, главное, нигде. Может, через заследку кто-то пошел? О, все, господи, быстро же ты. Сейчас чиститель. Быстро ты. Чистите, пожалуйста, светло-зеленого, если он еще остался в лобби. Почему? А потому что перфект прием просто убил, он зарепостил и не сказал ничего про перфект. Перфект, зачем так смело убивает прямо на глазах там у всех там, не знаю. И Антон, повезло, что ни перед кем. Типа зеленый видел, что ты убил. Может, его обнучил? Тебя убил, типа, или?
Да, ну и... типа... А самого смотри, его салата я убила Перек, и... ты меня убила, и типа светло-зелёный, мы просто поигнорили. Хоть одного убила, и все. И то хотя бы какую-то пользу принесла. Это просто повезло опять. Все. О, повезло. Повезло. Как я должна играть? Объясните, мне же... Так, ключей нету. А, коричневый, что ты делал? Коричневый, да что было? Что за ключи? Фиолетовый пошел там просто прокатился по ключам. Фиолетовый и коричневый, вам норм? Могу проследить за черным и пытаться его убить, успеть. Боюсь, что меня кто-нибудь увидит. Блин, меня здесь не было. Куда? Так, это не мой труп нашли. Все хорошо. Количе фиол. Че нет-то? Никто еще ничего не написал. Это колич. Катился по ключам. Ну, на корича можно загнать. Это корич, да. Все. Потому что он катился по ключам. Клянусь! Клинус, давайте. Длительное. Фиолом. Да почему не пишется-то? У меня что с клавишей? Фиолом. Коричневого. Давайте коричневого. Да вот они не умеют оправдываться ничего-то. Это не я, клянусь. Вот. И чё, как бы? Ну не ты. Все тебе поверили. Да коричи фиолу, все, предатели. Надо этого фиола не убивать максимально и постараться на него свалить, когда следующее голосование будет. Вот и все. Мы сможем. Я смогу. Я крича не видел. Печенька. Что за печенька? Фиола тогда. Видимо, фиол. Ну да, фиол. Антона нет, самое главное. Он передушил нас от всех нафиг. Он от желтого. Че? Ну, за фиола так просто без пробов проголосую. В надежде, что его выкину там случайно. И она останется даблкил, нет? Да, нам останется даблкил и все. Жопой клянусь, не я. Минус жопа. До свидания, Фиола, просто без пруфа. Вот, чисто просто так кикнули челика, потому что он по ключам проехал с лицом там. И к нам урсили. Бульк? Нинечкин вроде уже мёртв. Вроде, у мирных не шансов просто. А еще пехот такой сразу Зубь меня пизда. Убивает опять. Молодец. Еще и с Динсой опять лупы. Да-да-да-да-да-да-да. Как два раза? Хайпово. За не что знаю. Меня в первый раз, Я даже не успел даже доделать. А ты один тал усудил, меня пехот усудил. Они же вслед за тех, кто хорошо играет, если здесь. Неужели ну, так... нормальный тиммейт спал? О, ты похвалил меня! Может быть. Может быть, ага. Видишь, какой серьезный сторонний, да? Да что вы все читы вырубаете? Антон вырубил свои читы, так уж и быть. Несколько лет играли и никогда не попадались там вместе. Предлагаю в следующей катке кикнуть перфекта. Вначале кикнуть Антона. Он будет опять импостер. Убивайте Антона. Я тебя не предложишь. Ты попадаешь, я так прям под руку, прям... Совет от Соника вам. Да. Убивайте Антона первым. Выйди кто-нибудь. Не додумался Почему? Никто. Ну, ой. Гениально. Гениально. Блин, а что случилось? Вылетел? Ну, чел вышел, типа. А я какого хрена предатель, не понял? Сейчас по ключам убивать одного.
Может отомстить? Надеюсь, он не видел, как бы, что Twitch не сделал ключи. Давай, Perfect, я покажу тебе, что я делаю ключи, блин. Ой, тьфу, ключи. Кнопку эту. Коричневого сейчас завалит там. Перед Антоном прям. До свидания, Антон. Ну, я-то знала, что он коричневого завалит, ладно. Ну, хоть Антона успел завалить. Березовый в офисе около трупа. Ну все, Березового спалили. Так. Был смотри, когда я за Антоном по кругу. Нет. Ну вот, бирюзовый и розовый. Надо на белого гнать. Так, нет, про ключи ничего не буду писать. Я тоже подозреваю зеленого. Все делали задания. Даже импостеры выполняли задания. Ну, Березовый спалился. На меня подозрение. Все как бы. Антона было тяжело убивать. Блин, когда он за Антоном бегал. Не знаю. Чё-то пусто в комнате, ну. Самореп, короче. Если я напишу самореп, я стану еще подозрительней. То мне было трупа. Само, да, само. Скажу, стояла на пульсах. Давай сделаем задание. Иди работай, блин. Чё ты ко мне подошёл здесь? Иди убивай. Я тут, типа, я, во-первых, откат жду, как бы. Просто жду откаты на всякий случай. Ниничкин там шарится, шохается. Рискует здоровьем. Так, Ниничка живой там еще? Все живые. Так, в образцах 2, в связи 2. Нельзя убивать, когда так много народу. Опа. 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 Тебя читером должны называть. Теперь моя очередь читить. Ой-ой-ой, это было опасно и страшно. Думаю, челик убил, второго нет. Кстати, он спалился на ключах, но никто его не портанул по ключам. Повезло, что тебя не спалили на ключах, ага, Твич. Дайте мне предателя, пожалуйста. Дадим тебе предателя, пожалуйста. Забирай предателя, на, забирай предателя. Давай, забирай перфекта, короче, идите. Если я единственное не попаду, то можешь забирать меня, если мне попадется вдруг. Судя по тому, что сейчас пошло, типа, когда Антона читы вырубил. Антона читы вырубил. Наконец-то. Антон аккаунт поменял, чтобы читы врубили себя. Я уже понял. Да, ну ты можешь быть так лучше вести вы. Ну да, да. Не будет. Старт, старт, старт. Все. Го-го-го. Давайте хором, да? Го. Ну так же принято. Го-г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 о. Ого. Наконец-то я не пред ключи, так что Салатовый пошел без ключей. Все, кроме Салатова, вроде все остальные сделали вид, что сделали ключи, так что ладно.
Так, челнок. Больше на чесноке у нас ничего нет. А, сейчас убьют. Я отойду, пожалуй, здесь посмотрю через окно. Никого не увижу, естественно. Побоялась заходить, но меня грохнут там нахрен. Так, играются со светом. Привет, играется со светом. Кто? Кто? Красный и черный. Красный и черный играется. Красный, черный, салатовый. Ой, перчика убили. Привет. Второй, привет, красный, да, черному поверю. Если как-то после кика их двоих продолжится, то привет, черный. Салата. Так, в кого-то уверен. Я с Березовым бежали вместе, ага. Слышали? Салат. О, красный защищает его. О, красный его защищает. Все. Ну, как бы ключи. Давайте салата сначала. Пожалуйста, не рассасывайтесь на двоих. На два пледа. Нет, вы, конечно, можете. Ну, мы вообще-то... Ну, нет, мы, конечно, можем. Да, мы, конечно, можем. Ключи у всех, дура, блин. О, господи, хоть бы один Антон сейчас и проехал сюда, ключами-то так. А-а-а, я так и думала, что такая говня случится. Говна такая. Свет выключен. Ну вы чё, блин? Серьезно что ли? Долго будем ключами играть еще? Тьфу, блин, ключами, светом. Он прососался. Ну ты убьешь меня или как? Салатик. Да салат это... Без ключей. Вот красный. Но он грузит файл, окей? И сейчас он придет сюда. И появится здесь. Если не появится, то пусть лесом идет. А, ты сейчас меня грохнешь. Ты он меня грохнет. Не надо. Ты что-нибудь видел или ты чё, как бы? Я думала, он меня спасет, но нет. Значит, кто-то из тех, кого она перечислила. Да салатовые. И все, и всем вообще насрать. Всем, блин, насрать на то, что я сказала, что салатовые. Не-не-тада, не тупи, господи, не-не-тада. Не-не-тада, что цветов не знаешь, что это лаймовый, блин. И это черный. Проснулся. Лайм. На глазах убил им. Тупи, черный, господи. Че не-не-тада, ты че не-не-тада? Ну, все, не надо убьют, я ему выскажу потом. Удачи им против Антона сыграть. Красный ли, ну. Ясно. Ну, Антон молодец, он хорошо играет, неплохо. У него есть все шансы победить. Он не тупит. Давайте, давайте, тащите! Ребята, бейте Антона.
Ну, это лимонная зараза, она хрень сказала по поводу ключей. Сейчас кнопку нажмет и скажет, это черный. Ну и что ты хочешь этим сказать? Черного. Сейчас кикнет, чтобы легче было играть. Чудом успел. Грант. Какой грант? Кто такой? Оранж. Лол. Да, это оранж. Ну вот вы трое осталось. Сделал саботаж. Фигня какая-то. С какой стати желтый-то? Чё, блин? А-а-а. Я понимаю причину, по которой он желтый хочет выкинуть. До свидания. Сейчас желтого кикнут, короче, и Антон успешно выигрывает ГГ. Проиграешься. Да оранжевый, оранжевый это. До свидания, ну все, ГГ, Антон. Спасибо, Дидита, да ты мой спаситель. ГГ. Никому не верит, но Антону поверил, да? Ну, молодец, Дидита, да, реально, никому в игре-то нельзя верить. Ну, салат, как я и сказала. Ну да, салат он лох. Красный дурак просто, он свет выключал там. Вместе с черным. Туда-сюда включали, выключали они. Тоже не понимаю. Или ты, Антон, там был, или не было тебя там, не знаю. Кто-то я со светом играл. Игрался со светом. Я тоже там. Я немножко поигрался, но я немного не стал.